Всем привет, продолжаем гулять по миру. Город Бремен, хороший город, всем рекомендую побывать там по возможности. Так вот, там находится фонтан, который внесен в список фонтанов этого города. Всемирный фонтан, так он называется, вот как о нем говорят в Википедии. Скульптура из бронзы 1996 года, сделана скульптором Берндом Альтенштейном. Он учился на Государственной академии изобразительного искусства Штутгарда. С 1975 по 2009 год Альтенштейн преподавал пластику в Высшей школе искусств Бремена. Ну и вот вместе с Вальдемаром Мотто он создал эту бременскую скульптуру. Как написано, для его творчества характерным является дифференцированный язык форм, вплоть до всех деталей моделирования и большой интерес к социальному содержанию. Ну, заумно, конечно. Но вот такой фонтан, очень интересный фонтан, очень мне понравился. Да, кстати, скульптор является членом Союза художников Германии, а также членом-основателем Общества современного искусства Бремен. Земной шар, рельефно изображены мотивы из истории человечества и Северного полюса. Земного шара льется вода. Вот такой вот, понимаешь, красивый земной шар. Вот такой фонтан, который стоит в Бремене перед зданием банка. Ну, собственно говоря, вот и все. Всем пока, всем привет. До свидания. Сказал вам фонтан названием Всемирный фонтан в городе Бремене. Пока-пока.